Как она о своих детях заботится? Разве она может малыша обидеть? Нет, Тимоша, так мы никогда не отыщем цыпленка. Что? Где? Помогите! Помогите!
Каин! Так это же мой собственный сын! Я только на минуточку оставила яйцо, а оно пропало! А потом я увидела цыпленка и сразу его узнала. Он похож на меня, как две капли воды. Очень похож. Ты такой молодец, Тимоша. Даже страшно подумать, что могло бы случиться, если бы ты чуть-чуть опоздал.